Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам механическую лестницу для Майнкрафта в Exhibition. Ну что ж, появляемся в вот таком мире и вот таком местечке, где вы понимаете, где у нас будет лестница. Ну что ж, при нажатии вот этого рычага у нас появляется вот такая очень классная лесенка, которая очень скрытная и очень компактная. Да, я сделал самый легкий механизм, ну который можно было сделать, даже в режиме выживания его можно сделать, но все же у вас уйдет довольно много ресурсов. Ну что ж, делайте оно вот так. Смотрите, как у меня делается все на видео. И можно сказать, повторяйте. Я не знаю, как еще назвать. Просто смотрите вот так. И смотрю, какая у вас будет лестница. У меня будет 4. Вот такая 4, можно сказать, блочная. Вот так ставим наши ступенечки. Вот. И теперь вот заходим сюда и ставим поверх них еще ступенечки, чтобы наши ступенечки сливались в настоящий блок. И выглядит это примерно вот так. Многие задавались вопросом, наверное, как это сделать. Но надеюсь, я ответил на много задаваемые вопросы. Ну, вот так. Кому-то это может пригодиться, особенно в механических домах это очень хорошо выглядит. Вот так. И, друзья, ставьте обязательно блок. Если не поставите блок, то вы не сможете подключать свой механизм к этой ступеньке. Ни в коем случае не подключайте к этой ступеньке, потому что работать он не будет. Ваш механизм работать не будет. Ну что, размещаем редстоун вот так, и ведем к нашему блоку. И туда ставим мы наш обычный рычаг. И при нажатии на рычаг у нас появляется вот такая лесенка. Ну что ж, механизм довольно легкий и очень простой. Ну на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.